связи с аварией на коллекторе. Большие проблемы. Это на улице маршала Селевского, на мелиорации. Вот в той части города водоотвод, который ведется через данный коллектор. Мы работаем в круглосуточном режиме. Все фактически необходимая техника работает здесь круглые сутки. Также директор водоканала. Держим на контроле и подключаем другие МУПы, которые могут что-либо помочь. Александр Иванович, видим, что у нас сейчас не справляемся с затоплением маршала Селевского. Объем воды повышается. Причина в чем, Александр Иванович? Ну, основная самая причина – это обрушение коллектора. Коллектор диаметром 600, самотечный, идет на узловую КНС-6. Вот. По этому коллектору скачивается нижняя терраса от Колотилова до Василевского и пошла на базальт и дальше. Дело в том, что он находится в ветхом состоянии. Мы на протяжении последних 5 лет выполняли по этому коллектору аварийные работы. То есть в районе Российской 10, 19 школы и сейчас вот на площадке, вот производственной площадке тоже. Это все обрушение верхнего свода коллектора. То есть он находится в изношенном состоянии, износ его 100%. Протяженность данного коллектора 1400 метров. И она вся имеет износ 100% фактически? Вот все те, которые провалы произошли, они прошли на всей протяженности фактически коллектора. Не на каком-то определенном участке, а по всей протяженности. Фактически надо вот этот участок 1400 метров, как вы говорите, надо менять. Его надо менять полностью. Понятно, тут очень серьезная авария. Да, рушится коллектор. Какими другими путями мы можем понизить воду на маршевом средстве? Сейчас прокладываем дополнительную временную 160 трубу, которая будет самотечно как-то из полного колодца перекачивать пустой. Объем позволяет это сделать. Давайте отойдем. Я так думаю, что ситуация немножко изменится в лучшую сторону. Нет, может быть, какие-то точки есть, где мы можем поставить откачку. Точки есть, которые спасут именно вот это наша сейчас большая проблема, маршрут средства 27. Только ассенизационный транспорт, который поможет выхватывать вот именно пиковые моменты. Буду обращаться к губернатору за выделение денежных средств, чтобы произвести замену всего данного участка. Других способов решить проблему на данном участке я не вижу.